Над небом далекой планеты путешествие корабля кончилось трагедией. Но один мальчик все же достиг поверхности. Но он не один. Сикиси, удачи, чугуняка! Кто-то наши яйца размажил, оставил нас без омлета. Mainly on account of it being a tyrannosaur's nest. Ебать, это чужие, бей его нахуй! Ебать, да это ж Раптор. Я смотрел этот фильм про парк юрского периода. Валим отсюда нахуй, пока нас не сожрал. Надо животное. Stay back, Robin. А то и без тебя не знаю, что ему пальцы в рот не сувать. That is a vicious predator. I know what you're thinking. Глянь, не умилота какая. No, не игровой зоны, сука. I think I'll call her Лайка. Почему Лайка-то, блин? Good morning, Robin. Родные пенаты, ебать. А живут я, походу, скромно по-спартански. Надо обшарить все. Основательно прям все кнопочки нажимать, которые можно. You know what I'm like. I start to get a little existential when I don't have someone to care for. Take your time. I think you're going to have a big day ahead of you. This is an emergency escape pod from the DSEV Esmeralda. Судя по всему, мой рабочий стол. Тут я препарирую каких-то мух. Над рыбой эксперименты ставлю. Короче, все понятно. Я юный натуралист. Regularly broadcast your status and monitor all channels for other survivors. Короче, полезного нихуя ничего нету. Надо найти где-нибудь таксофон, какое-нибудь галактическое маршрутное такси, позвонить своим соплеменникам и валить нахер отсюда с этого челнока. О, а вот и телефон. Неёнка, неёнка, я Тимофей, выходи на связь. If there are any other survivors out there, let me know. Higgs is getting pretty lonely. Короче, в данном случае ломиться из хаты не западло, валим отсюда нахер. Зацени, чувак, как на улице-то пиздата. Красота-то какая. Лепота. You believe we used to live on that ship, hurtling through the stars at 67 million miles per hour, until she was a magnificent ship. Да хорош бубнить, дай, блядь, полюбуюсь на эти пейзажи. How long until we find them, Higgs? You've done extremely well. Глянь, вон гуси, как красиво летают. Others might not be so resourceful. Гляньте, как журавель планирует прям. Вообще крыльями не машет нихера. Where's Laika got to? Why don't you try calling it? Laika? Где-то сзади пищит, зараза. That beast is up in its hole, hiding from shame, I'd imagine. I'm afraid we have some work to do before you can play with your pet. Ты чё, залупа, меня обратно загнать хочешь? Пошёл ты нахер. Продолжаем тиренкур по первобытной местности. На тебе, бидоном, колобок ебаный.
А тут у нас силовой барьер, а за ними цыплята пасутся. Move! Shoot! Go away! Why won't you listen to me? Не так ты гоняешь, там вот где-то видео было, блядь, инструкция, как бабка медведя гоняет. Ах вы, блядь, вы чё сюда пришли, а? Чё сюда пришли? Ну-ка, марш отсюда! The gate won't open until those animals move. Maybe your pet could be of some use for a change. Что за шляпа, блядь? Ой, под ней шляпа. Our problem is affecting this too. We won't be able to fix much if we can't lift heavy objects. Надень кепку одноглазым. If only the Wix was online, then you could lift that up. Не поднять, I'm quite надо sure включить силовое поле. Until we fixed this mess. Где этот ебаный выключатель? You see here, the water turbine. Воды начерпать. А, вон он куда показывает. Колесики освободить надо. It must have tipped these barrels into the water. You can use the multi-tool to pluck those barrels straight out of the. Бей одноглазого по ебалу. Задолбал он бубнить. Ouch. Посмотрите на Хиггса. Ну давай заглянем в твой глаз. Блять, в кресле вообще неудобно играть, если честно. Ну-ка, надо перекинуться. Эй, блядь, есть такая хрень. О, да! О, да! To feel useful. The power should be flowing perfectly now. The Wix will be back online. У нас есть сетка и река. А это что такое? Какой-то шреддер для металла, что ли? Ну нахер. Оба-на. Там, по-моему, карась прыгнул. Давай-ка половим карася. Короче, рыбалкой нам не прожить. Пойдем дальше. Oh, there it is. Get it to drop that ball before it destroys the thing. It's not like we can buy another one. Down. Now, big test. Can it remember how to play hide and seek? Head over to the tree there and start the game. Эх, ты хитрорукое животное. Не хочет обратно в конуру идти. Да иди в другую сторону. Hide and seek starts at the tree. Simple creature, simple rules. О, а тут что-то открывается. Now, что там? Toys like its очки favorite? Терминатора. Собака, иди сюда, блядь, динозаврик, иди сюда. Come along. Follow. Come. A bit further. Go like her. Get. I'm going this way. Промахнулся, блин. Да стой ты, не крутись, зараза ты, блин. This way. Да жеваный крот, задолбал ты башку вертеть. О, сейчас еще и каску тебе налепим, будешь модный, как Бельмондо. I'm going this way. Ну вот, будешь прораб самый главный.
This way. Нихуя себе, у них здесь мыши, блядь, или хомяки, видали, дыра какая? Лайка, wanna play hide and seek? It's too far away. Call it over. То есть он в прятки играть хочет. Но без своего динозавра играть как бы нечестно, поэтому... Кто-то отсюда показал свое мохнатое еблище. Now you can stop the hide and seek game. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready or not, here I come. Нихера себе, какой бурундук. Здоровенный, таким... Можно пропитаться, блин, год целый. Warmer and warmer. Так, где же Лайка спряталась? Где этот динозаврик? What has it got there? Что-то там нашел. That is a Higgs unit. Get your pet away from him before some serious damage is done. There's precious data in there. We should scan it immediately, Robin. Так, теперь я могу сканировать. Теперь я могу познавать планету. Я познаю мир, называется. А ну-ка, рептилия, давай тебя сейчас отсканируем. Неужели, сука, на месте тебе вообще не сидится, груженый какой-то. Надо стрекозла отсканировать, вообще сканировать по максимуму все, что можно на этой планете. Чего на мне нажать там крутит? Ясно, динозаврики. Ну нахер. Пойдем прорывать периметр. Мы теперь научились указывать тебе, куда идти. Иди туда, зараза. Ну-ка давай, покажи мне свой боевой крик. Херня, неубедительно. That's it. Но курицы уже разбежались. Thanks for all your help today, Robin. I know maintaining your home isn't always what you want to do, but it's vital to your survival. You know that's what I care most about. А продолжение в следующей серии. Лайки, подписки, ну сами знаете, что делать, в общем. Всем пока.